Лето мы проводим кто-то в деревне, кто-то в пансионате, дом отдых, море, где бы мы ни оказались, нам понадобятся мокасины жаркий сезон. Причем, мне кажется, Ань, понадобится, что всем членам семьи, начиная от дочки, заканчивая бабушкой и внучкой. Ты знаешь, когда их принесли, я, честно говоря, даже не поняла, что это за мокасины. Мне показалось, это натуральная кожа. Это издалека так кажется. Но вот я сейчас их трогаю, это невероятно мягкая резиновая структура. Да, термоэластопласт – современные материалы, которые обеспечивают невероятный комфорт. Мокасины – жаркий сезон. У меня в руках красный цвет, наша Аня держит в руках желтый, но у нас есть и третий. Какой же он? Розовый. Посмотри, какой красивый розовый цвет. Вот такие бы я точно взяла своей дочке. Да, можно розовый взять дочке, желтый маме, а красный себе. 699 рублей – это цена за мокасины. И обрати внимание, что этим мокасинам не страшно ничего. Ни вода. И я хочу сейчас это продемонстрировать. Для тех, кто сомневался, для тех, кто часто летом попадал под дождь или брал с собой сланцы на море, да, промокали, расклеивались. Вот он эксперимент. Посмотри, им ничего не страшно. Мы можем их мочить со всех сторон, и они остаются у нас как новыми. И грязь, которая на них попадет, также легко будет отставать от этого совершенно нового универсального материала. Обрати еще внимание, что здесь натуральная кожаная завязочка. Мне это очень нравится. Да, обратите на это внимание, как легко и просто гулять по воде можно. Не промокают. Мне нравится, что есть как раз отверстие. Знаешь, вот сейчас многие ездят в Крым, Сочи, Геленджик отдыхают семьями. И там какой? Там же каменистый берег. Вот чтобы наша ножка не страдала, чтобы не чувствовать вот ужасные камни, которые впиваются. Мы с собой для себя, для ребенка, для мамы, для всех берем правильную обувь. Потому что если водичка проникает, да, через специальное отверстие, она так же спокойно уходит. Сейчас не откладывай, просто берем в руки телефон, звоним и заказываем, радуя себя.